Вроде бы был абсолютно один, и можно было ему набрасывать, но не случилось. Это трехочковая попытка Девона Акуна Персела. Его первое дальнее попадание в единой лиге ВТБ. Ну и здесь Томасу Уимбушу пришлось решать, куда. И Соломону придется защищаться от трехочковой попытки лидера Лока. Барфорд мяч все равно получил и бросил уже после передачи Барфорда как раз Акун Персел. Еще одна трешка, вообще вторая уже и до этого. Клуб. Эртель. Еще раз мяч из рук Эртеля выбирают, выбивают. Быстрый отрыв. Два очка, которые Девон Акун Персел набирает. И... Персел проходит левой рукой. Да, там был контакт, но... Персел против Карасева. Теперь против Клименко поменялись. Персел забивает, опять же. Эртель со средней. Как-то рука Артема Клименко оказалась внутри кольца. Но ладно. А Персел забивает 2 плюс 1. Вообще против Мони. Нет, это Эртель приходит на помощь. Перцел издали попадает свой третий трехочковый в матч. Разменялись Моня против Барфорда теперь. Перцел против Карасева. Проход идет, левой рукой бросает и забивает. Да, проходит этого парня, поди удержи.